Хоккейный клуб «Югра» сегодня начинает выездную серию игр. Команда уже находится в Орске, где сыграет с Южным Уралом. Соперник находится в середине турнирной таблицы. Сейчас в активе команды из Орска 17 очков в 15 играх. «Югра» же опережает Южный Урал на 3 очка и находится на 9 месте. В прошлом сезоне команды сыграли между собой 2 матча, и оба раза югорчане добились убедительной победы – 5-2 и 7-2. Всего же в ВХЛ команды встречались 4 раза, и только один раз Южный Урал праздновал успех. Случилось это 2 года назад. Наш телеканал вновь покажет выездной матч югорской команды в прямом эфире. Начало игры 18:30. Время югорское.